Красавчики французы. Так, сделаем кругаля. Пропустим человека. Елочка нравится, поэтому я еще решил кружочек сделать. Тридцать первое декабря сегодня, ребят. Доброе утро, дамы и господа. Всех с Новым годом. Да, сегодня у нас 3 января. У меня рабочий год начался уже 2 января. Вчера я сюда приехал поздно вечером. То есть я сейчас на австрийско-лихтенштайновской границе. С той стороны уже Швейцария. Время сейчас около 8 часов. Не знаю, темно еще. Но я смотрю, камера вроде немножко осветляет. Вот такой вот пейзаж 3 января. Да, рановато, конечно, начали. Но, в принципе, мне каждый год. Так что я 2 числа начинаю. Так, в общем, я все бумаги сделал. Я здесь переночевал. Сейчас сходил, бумаги все сделал. Так, все, сейчас будем переезжать в Австрию, заезжать в Лихтенштайн, вот он, Лихтенштайн. Ну, капец, они на расслабоне, я сейчас туда к контрольке подъехал, вот к этой будочке, а его нету, он ушел. Протянул немножко вперед, смотрю, он там ходит, гуляет, там какому-то водителю что-то объясняет по бумагам. 8 минут он там стоял. Не 8, но... Да, наверное, 8. Что-то 7-8 минут, наверное. Капец на расслабоне. Пришел такой, как ни в чем не бывало. Я смотрю на него широко раскрытыми глазами. А он такой, окошечко чуть-чуть, щелку открыл. Я ему бумажку засунул. Взял ее спокойно такой, как удав. Отметил себе, печать поставил, все, засунул обратно, развернулся. Капец, блин. Если бы уже было больше 10 минут, я бы уже начал возмущаться. Ну, ладно, бог с ним. Ну, вроде не курить пошел, а пошел к какому-то водителю, по-моему, с польскими номерами, с маленькой машинкой такой. Вот такой, вот такая вот, наподобие вот такой вот машинки. Что-то ему там он с бумагами объяснял. Я думаю, ну ладно, хрен с ним. Что-то там этот... Накосячил, наверное, что-то неправильно. Он заехал уже на ту территорию, а с бумагами что-то не то было. Ну, не знаю, пофиг. Я вчера не снимал. Я вообще-то и не думал снимать вообще. И сегодня не думал снимать. Но, как обычно, я когда вот сюда заезжаю, вижу эту всю красоту... Блин, думаю, надо запечатлеть. А как же?
Всех, кстати говоря, с Новым годом. Всем счастья, всем добрым людям добра. И пусть у вас все будет то, что вы хотите, и то, что вы заслуживаете. Пусть вам воздастся. Вот. А мы уже на территории Лихтенштейна. У нас контейнеры с яичной массой. Полный трейлер. Тяжелый, зараза. Время, к сожалению, уже 9 час. Ну да ладно. В общем, там же мы грузимся пустыми контейнерами и едем обратно. Сегодня у нас пятница, поэтому никаких других лишних заданий больше нету. Вот. Так, тетя что стоит переходить? А, нет, на остановке. Я думал, хочет переходить. В общем, привозим на Нагль трейлер с пустыми контейнерами. Там его отцепляем. Разгружать не надо, потому что будет уже поздно. Отцепляем. И выходные опять. Выходные у меня, Новый год немножко очень короткий был. Так. Господа хорошие. Новый год у меня немножко... Праздники Нового года немножко короткие были. Я с рейса приехал уже 31 числа. В 2 часа, в 3 часу я машину поставил. Привел себе в порядок, душ туда-сюда, бриться, перышки почистил, красоту навел. И поехали мы к родственникам в Вормс. Там мы Новый год встретили, там еще побыли, позавтракали, пока приехали домой уже. Время к обеду, ну и все, чуть-чуть отдохнули. И на следующий день, то есть 2 числа, я уже выехал утром. Поздним утром, если честно уже быть. Вот. Ну и все. Вот так вот у меня вот Новый год прошел. Хорошо. Пообщались с родственниками. Традиционно постреляли хлопушками ракеты. Все туда, ну как обычно. Все как положено. Хорошо. Пообщались добро, так хорошо. Замечательно, хорошо. Всех поздравили. Насчет поздравления подписчикам, я что-то этой идеи не поддерживаю. Мне нравится, когда-то другие делают, но у меня это... Я знаю, что у меня это будет как-то коряво все. Поздравление своих подписчиков с Новым годом. У других это хорошо получается, у меня нет. Поэтому я этого и не делаю. Мне кажется, что будет какая-то пародия, если я это буду делать. Вот. О-ля-ля-ля-ля. Не знаю, что бы еще сказать. Настроение хорошее. Можно сказать, даже отличное. Нету слякоти, нету дождика. Морозец. Одежда теплая, есть куртка, шапочка теплая. Ходил по улице нормально. Чувствую себя комфортно. Так что... Давлением... Давления временем нету. Так что все замечательно. Природа, горы красивые. Что еще надо, господи, боже мой. Красота-то какая. Шан, вот. Это городок, куда нам надо. Ты смотри, у них тут прямо это, прямо снег. Или это просто изморозь? Бишов, тут у них я один раз ночевал на территории. Вот здесь вот. Не знаю, это, по-моему, у меня видео не попало. Вот здесь вот на этой территории, вот с левой стороны на стояночке. Вот там я ночевал, стоял недавно, недели две назад. Слушай, тут снег. Ёшки-кот, как красиво. О, как хорошо-то как. Класс. Красота. Вот она зима. Вот они, короче. Чувство Нового года как раз. И Рождества. Ты куда, хочешь зайти, что ли? На работу? Да, ну оно тебе надо, иди домой. Дома хорошо, дома интернет. Компьютер.
Бляха медная. Как хорошо. Так, кто у нас на дежурстве? Не вижу. Вот так вот выглядят контейнера с яичной массой. Они вот после того, как опорожняются, когда будут пустые, они просто-напросто их складывают и экономится место. Вот. Это вот дальше спереди. Вот старые контейнеры, которые мы раньше возили. Обыкновенные, вот эти алюминиевые. Это сейчас вот уже нового образца. Сейчас уже как полтора года, наверное, они в этом, в обороте. Слушай, я сюда подъехал и что-то это, место не узнал. Тут здание какое-то было. Вырвали его нафиг с корнями. Я вроде бы недавно здесь был, не знаю, даже не помню, когда последний раз приезжал. Нету здесь здания какого-то. Смотри, вырвали полностью. Ага. Загрузился я пустыми контейнерами. Под самый зад. Нет, под самую завязку. До самого заду полное, я хотел сказать. Вот. Все, выезжаю из этого прекрасного городка под названием Шан. Шан. Каждый раз я, когда здесь еду, я всегда говорю, я охотно сюда приезжаю. Мне здесь нравится. Ну как может не нравиться, ребят, посмотрите. Тут и летом очень красиво, зелено. Горы зеленые. Сейчас зимой, смотрите, контраст какой. Вроде бы серое, да, все равно погода не очень, но все равно красиво, ёшкин кот. Разговаривал сейчас вот с Даниэлем, который мне грузил. Он австриец, он сюда приезжает из Австрии, то есть как бы соседнего государства. И он это... И он тоже вот в таком месте живет. Он мне раньше еще говорил. Он как бы там вот в горах, видите, домики? Вот наподобие в таком домике он тоже живет где-то. Не знаю, может быть, там, куда я сейчас как раз смотрю. Неизвестно же, да? Я говорю, классно. Вы, говорю, Новый год встретились со снегом. Он, ну да, типа. Ну, в принципе, для него это неудивительно. Немножко повыше, где снег. Я говорю, у нас, блин, мороз был минус 3, минус 4, а оно сухо, снега не было. Так что это... Везет вам, говорю. Хоть Новый год, хоть немножко какое-то ощущение зимы. Он говорит, подожди, говорит. В феврале, говорит, еще наметет снегу. Я говорю, спасибо, уже не надо, говорю. Речушки. Ах, красота. Так, все, едем домой. Вот смотри, елочки вон припорошенные в снегу. Никаких украшений не надо, да? И так красиво. А, ляпотища-то какая. Ляпота. Так, ну едем сейчас на озеро. На Валензей. Там сделаем паузу. Как бы там ни было, тороплюсь я. Не тороплюсь, опаздываю или нет. В любом случае, завтракать надо. Не разгружаться не надо, поэтому торопиться, конечно, надо домой торопиться, но... Домой надо ехать сытым. Как дядя Паша всегда говорит, дорога любит сильных, а сильным надо плотно покушать. Просто снимаю, сказать нечего. Сам еду и любуюсь. Много раз уже тут проезжал, но все равно. Но все равно обалденно. We'll be right back.
за редким случаем, что в Европе кого-то можно увидеть в шубе. Здесь бы как бы не принято, и по всей видимости, насколько я могу видеть, это натуральная шуба от женщины. Где вот ландшафты у нас сегодня? Называется Невада без Кодекса. Так, а на чем, на какой машине они там? Это итальянцы, наверное, да? А, это итальянцы. Но итальянцы и сами себе народ. Да, он машина с итальянскими номерами. Ну, тогда, может быть, как-то это даже я оправдывает это. Он тоже коллега. Потому что итальянцы сами себе народ. Так, ладно, все, завтракаем. Слушай, хорошо, ветра нет. Погода хорошая вообще, отлично. Серовато, конечно, немного. Камера передает. Я вот смотрю на экранчик. Серовато маленько. На самом деле немножко посветлее. Вот. Вот молодежь еще вон вышла смотреть. Блин, кораблики вон. Кораблики. Лодки. Моторные вон плавают. Не знаю, не видно, наверное, да? Далеко очень. Вон там прямо тоже что-то плавает. По-моему, даже что-то похоже на яхту. Со спущенными. Просто... Нет, это просто лодка. Ай, хорошо здесь. Хорошо. О, грязнулька стоит. Какая она грязная, капец. Ужас, ужас. Соль вся вот эта вот забрызгала, пока вчера вечером ехал. О! Ужас, ужас, ужас. Надо приехать срочно помыть. Если, конечно, мойка опять не сломанная. Вот так вот начинается мой год. По-моему, не самое плохое начало. Эти первые два дня спокойные. Чистая езда. Чистая разгрузка, загрузка и обратно ехать. Он замечательно. Хорошее место. Самое главное, нет давления временем. Это очень важно. Надо как-то сейчас видео заканчивать. В общем, я уже все отработал, отцепился, бумаги отдал, еду сейчас домой.
В общем, ребята, такое вот коротенькое видео получится. Сильно затягивать я не буду, чтобы не было муторным и скучным. Вот, в принципе, видео без какой-то темы, так что не судите строго. Так, немножко показал, как выглядит Швейцария 3 января. Вот. В общем, все. Все, ребят. Если понравилось, дайте мне об этом знать пальчиком вверх, типа лайка. Ну и всем всего хорошего в этом году. В общем, как я уже говорил, всем по заслугам. В общем, хорошим людям добра, плохим людям ничего. В общем, всего хорошего, ребят и девчат. Всем пока.